Областной библиотеки имени Сабита Муканова наградили участников региональных дебатов среди молодежи. Турнир проходил 15 сентября по инициативе активистов общественного объединения «Штаб Жасыл Ел-СКО». Какие темы поднимали команды и кто оказался в числе победителей, знает наш корреспондент. Несмотря на то, что турнир дистанционный, участников было немало – 25 команд со всей области. Владимир Цымбал – студент машиностроительного колледжа. В дебатах он полтора года. На данном турнире заняли второе место. Думали только о победе, шли только о победе. Но нужно додать должное. На данном турнире все спикеры и все наши противники были действительно серьезными, были умными ребятами, и это, наверное, был один из самых сложных турниров. Турнир посвятили проблемам образования. Также спикеры высказывали свое мнение по вопросу названия социальных объектов именами великих людей. Темы разные, по каждой участники старались привести как можно больше аргументов. В судейском составе специалисты из Казахстанской Федерации дебатов. Они оценивали способности команд четко выражать свои мысли по актуальным темам. По итогам в Казахской лиге третье место заняла команда Мамлютского района, второе место команда средней школы номер 6 имени Кужаберген Жирал, первое место заняла команда Тайншинского района. Также в русской лиге было очень много команд, и мы выделили команду «Крылья Советов» как финалистов. Победители наградили дипломами и ценными призами. Участники получили сертификаты. Алишер Ашимов, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.